Сейчас перед вами положат балет. Поприветствуем. Увертюра. Какие па, какие движения. Балеты Мусоргского всегда радовали наше воображение. Положив балет, мы делаем контральто. Так сложите головы в балете. Балет «Сфинкс». Замечательно клал перед вами балет «Кобыла» Иван Кобылович. Поприветствуем его. Интервью. Ваши мысли. Что вы думаете? Вы же определитесь, как стоять-то. Можно молчать. Вы положили балет. Кто кладет балет? Два человека. Уникальны. Возможно. Невозможно. Подскажите, не пойду. Как же можно жить? А как же можно? Как же я пойду? И так же не пойду.